Чтобы по-настоящему понять Стокгольм, надо спуститься под него. Метро – вот где хорошо видно отношение шведов к жизни. Но в каком еще городе на протяжении долгих лет посреди станции метро в специально отстроенном для этого помещении может постоянно действовать выставка произведений искусства? От фотографий и картин до авторского кино и всяческих инсталляций. Фотографировать мы будем другую станцию метро Унгстрейгорден, которая считается одной из самых красивых в Стокгольме. В станции есть еще одна история, преисполненная символичности. Вот это дерево – это на самом деле не дерево, а мраморный памятник дереву, которое растет где-то там наверху. Когда строилась эта станция, городские власти решили сделать вход в нее прямо из парка и даже почти успели спилить прототип этого памятника. Но горожане начали протестовать и добились-таки того, что вход в станцию построили на приличном отдалении от парка.